Привет, зрители! Небольшой обзор прошивки Evolve, по-моему. Evolver. По-моему, я вообще такие не ставил Evolver. Это на базе 11 андроида. Не знаю, есть ли у них какие-то другие. Если у них сайт. Что-то первый раз эту поставил. Так, что, давайте почитаем. А, Evolution X. Это пользовательская прошивка на базе AOSP, стремящаяся предоставить опыт использования схожий с устройством Pixel со множеством дополнительных настроек со времен Android Pie. Мы привносим свой бренд на ваше устройство. Мы продолжим вставлять стабильные полные настроек обновления нашим преданным пользователям. А, сайт есть даже у них. Хорошо. Evolution X. Вот, поставилось нормально. Единственное, мне пришлось ставить патч, выключающий шифрование принудительное в андроиде. Ну, как бы не очень мне понравилось, потому что лучше, чтобы шифрование работало. Почему оно тут не работает, их знает. Или не смогли, или специально сделали. Не знаю. Все встроены здесь маркет. Так. А вот он. Что здесь есть? Ну, диктофон этот бесполезный. Камера это фиговая. Chrome мне не нравится. Gmail пригодился. Google нужен. Maps нужен. Play Market. А тут не так много хлама. Диск. Это все диск я использую. Контакты использую. Калькулятор использую. Календарь использую. Меню SIM. Это выскакивает всегда. Общение, телефон, фото, нужно, часы, Chrome. Единственное, я бы удалил файлс. Нужен Gmail. Ну, почти что нету хлама. Почти что. Так, что я хотел? А, посмотреть. Не, Chrome не удалить. Chrome будет рекламу пихать. В чем проблема с Chrome? Браузер нормальный, но он рекламу будет пихать. Все приложения от Google пихают рекламу. Так, ну такая оболочка пикселевская. По мне так лучше новый лаунчер какой-нибудь поставить. Вот настроечки. Вот сюда заходим. Evolver. Строка состояния, уведомления, быстрые настройки, меню управления питанием. А, показывать карты, билеты. Интересно. Скрыть. А, так, ясно. Что-то новое. Жесты, экран блокировки, панель навигация, анимация. О, сколько иконок-то. Для пальца. Прикольно. Даже какой-то вот смайлик недовольный. Так, в общем, нормально. Нормальный настроек. Вполне можно, как было бы, и походить с этой прошивкой. С
сразу маркет ставится. Более-менее нормально. Магиск я еще не поставил пока что. Зерную копию тоже не попробовал пока что сделать. Попробую еще, не могу сказать, делается копия резервная или нет. Так, ну это для Xiaomi, прошивка для Xiaomi. На сайт, а можно же было перейти на их сайт сейчас. Где-то у них было. Посмотрим. И, блин, какой Яндекс? Ага. Так, а какие устройства? GitHub. Zenfone 5. Вот, Pixel 2. Надо же, Pixel 2. Pixel 3. OnePlus. О, OnePlus любят они. Realme. И все, не особо-то много, да? Блин, у меня браузер завис. Так, не особо много устройств, но да, тут, наверное, не все. Сейчас посмотрим. Ми 8 есть. А Ми 7 или Ми 7 не было? О, Ми 6, а Ми 9, Т, Ми 9 Лайт. Так. Вроде прикольная прошивка. Но для любителей пикселя. Я что-то не особо любитель пикселя. Кроме камеры пикселя. Так что... Ну, само приложение вот пикселевское. Сам пиксель, что там, оболочка. Ничего особенного. Так, ну ладно, в общем, на этом все. Пока, ребята. Ставьте, я опять забыл, как она называется. Evolution X. X. Revolution была, это Evolution. Вот, сами тестируйте. Ставится нормально. Вот. Ну, на этом все.